Всем привет! Дорогие друзья, завершился конкурс юмористов «Юмарка», который проходил в группе ВКонтакте «Арка Мяс. Отделочный материал». Итоги подведены, все призы приготовлены. Итак, за первое место вручается диплом и подарочный сертификат на 5000 рублей Мурахтиной Оксане. За второе место вручается диплом и сертификат на сумму 3000 рублей Галиной Ирине. За третье место вручается диплом и сертификат на 1000 рублей в школе номер 13 в лице Анны Викторовны Кузьменко 9 Б класса и сочувствующих, помогающих и болеющих за них друзей. А также диплом лауреата вручается Ионовой Наталье и маленькому Саше, самому маленькому участнику нашего конкурса. Кроме этого, юному строителю хотим подарить такую вот кюветку для краски, кисточку, шпатель, валик и, конечно же, рулетку. Теперь у него своя персональная рулетка, которую он может мерить все. Ну а как же без новогоднего подарка? И вот такой сладкий подарок. Кроме того, дирекция фирмы «Арка» учредила дополнительный приз, которым награждается школа номер 13. Это сертификат на 3000 рублей. Проведя опрос среди работников фирмы «Арка», среди друзей фирмы «Арка», мы определили, кто заслуживает приза зрительских симпатий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы голосовали в конкурсе «Юмарка»? Да, я голосовала. А кто вам больше всего из номинантов понравился? Однозначно, ребята из 13-й школы. Хотя все молодцы, конечно, творчески подошли к этому делу. И сочинители стихов, и историй. Но ребят поразили больше всего. Творческие молодцы. Спасибо. С Рамшатом на высшем уровне. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы голосовали в конкурсе «Юмарка»? Да. Кто вам всего больше понравился? Школа номер 13. А за что так она понравилась? 13 вроде. Что там такого интересного? Ну-ка расскажите. Начнем с того, что это было видео. Люди подготовились, снимали. Ну прям вот. А актерская игра как? Ну, естественно, все замечательно. Ну, я вот это имею в общем в виду. А режиссерская работа какая? Режиссер. А оператор постарался. Все замечательно, молодцы ребята, старались, видно. То есть они заслужили? Конечно. Ну, замечательно. А вам что больше понравилось? Я голосовала за школу номер 13. Школа номер 13. Школа номер 13. Школа номер 13. Школа номер 13. 13-я школа. Угу. Однозначно? 13-я. А что там понравилось? Понравилось, молодцы. Задумка, постарались, все сделали, интересно, смешно. Юмарка же. Кто вам больше всего понравился в конкурсе «Юмарка»? 13-я школа. Да, вы что? А за что? Ролик очень красивый, смешной, веселый. А игра актеров? Ну, это все вот я в общем про ролик-то говорю. Кто вам больше всего понравился в конкурсе «Юмарка»? 13-я школа очень понравилась. А что там такого было интересного? Все было интересно. А актерская игра? Смешно. Да, это самое главное, что было смешно. Кто вам больше всего понравился в конкурсе «Юмарка»? 13-я школа. А за что? Самый оригинальный номер был. А актерская игра как? Для школьников это очень хорошо. То есть на «Оскар» это в принципе? Да, потянет. Потянет. Замечательно. Будем выдвигать. Как вы видите, единогласно проголосовали за школу номер 13. А какой приз они получат, это пока секрет.
Приз им будет вручаться 27 декабря на конкурсе видеороликов, который проводит 13-я школа. Ну, на этом все. Всем пока, с наступающим Новым годом, удачи в Новом году. И не забывайте про фирму Арка, заходите в гости. Не за товаром, так-так, поболтать. Ну, на этом все. Всем пока, с наступающим Новым годом, удачи в Новом году. До новых конкурсов, викторин. Читайте нас в группе ВКонтакте Арка Миас, отделочные материалы. Пока. Благодарю за внимание.